Три блондинки Кардашьян изумила поклонников снимком с мамой и бабушкой. Автор 30.04. 2020. 39-летняя Ким Кардашьян знает, как удивить публику, и ей в очередной раз удалось это сделать. Популярная блогерша решила продемонстрировать поклонникам снимок, на котором она запечатлена со своими близкими родственницами с одинаковым, но неестественным для них всех цветом волос. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. К слову, этим кадром знаменитость осмелилась публично признаться родственницам в нежных чувствах. На фото, помимо Ким, можно рассмотреть 64-летнюю Крис Дженнер и 86-летнюю Мэри Джо Кэмпбелл, мать и бабушку Инстадивы. Мои любимые дамы, забавно, что у моей бабушки тоже есть аккаунт в Инстаграм, и она следит за всем, что происходит, написала Ким. Больше всего поклонников знаменитости удивил цвет волос моделей на фото, все они предстали перед камерой с эффектным платиновым блондом. Сама Ким показала себя с идеально ровным каре, ее бабушка остановила выбор на удлиненном каре с челкой, а Крис – на бобе. Также все три родственницы облачились в одежду светлых тонов. Отметим, что от природы Ким, Крис и Мэри Джо – натуральные брюнетки. При этом супруга Канье Уэста, как и ее сестры, обожает разнообразные эксперименты с волосами. Фанаты Кардашьян остались в восторге от увиденного. «Потрясающее трио, вы королевы, вам очень идет, вы как куколки», — наперебой пишут поклонники. Ранее Инстадива призналась, что поддерживает связь с родственниками, используя видеозвонки. При этом она отметила, что разлука с семьей далась ей непросто, но рисковать здоровьем было бы неправильно. Ким находится на самоизоляции с детьми и мужем.